Среди этих холмов два друга Данил и Дима никогда не заблудятся. Территорию возле поселка Марково пятиклассники знают как свои пять пальцев, что и помогло им накануне. Друзья заметили пожар в лесу и действовали как по инструкции. Вызвали спасателей, а сами приступили к тушению очага. Ногами затаптывали, палками. И тут пожарные еще, да, были, я правильно понимаю? Да, три. Два тушили, один стоял. Измерял вроде. Страшно вообще было, нет? Говорят же, тушить пожар это, ну, страшно. Это страшно. Не страшно? За природу больше страшно, потому что она вся выгорит тут. Неконтролируемый пал травы общей площадью почти в 2 гектара – вызов даже для пожарного. Что уж говорить о детях. Всего в 300 метрах от очага находились жилые постройки. Именно поэтому ребята тушили огонь со стороны садоводства. Ситуацию осложняли многочисленные свалки. Одну из них местные жители приспособили для слива отработанного машинного масла. Тут стояли три бочки. Они при нас, короче, лопались, и просто все вытекало, и оно горело. Они водой поливали, и вода вместе с этим горело. Тут просто такая ужа была. Как тушил? Пытался ногами тушить, палкой бил, но все равно все просто. Палка горела, все просто повсюду горело. Ботинки остались после этого? Нет. Но вряд ли мама Димы наругает школьника. Сегодня он и его друг Данил – герои. На большой перемене мальчиков вызвали к директору. Нет, не на ковер, а на мягкий стул и неформальную беседу. Дима и Данил, в общем-то, обыкновенные ребята, такие же, как 1500 остальных в моей школе ребятишек, которые после уроков бегут на улицу поиграть, попинать мяч, поиграть с животными, там, с собачками со своими. И вот здесь, как они рассказывают, увидели дым и просто среагировали. Побежали на то место. Это здорово, что наши ученики могут в повседневности такие вещи делать. В ближайший понедельник мальчиков наградят. Грамоты и благодарности приготовили не только в школе, но и региональном МЧС. А еще Дима и Данил получат 5 по ОБЖ. И, наверное, для них это будет главной наградой. Евгений Шоев, Андрей Назаров. Новости по будням.